И право, левое, право, левое. Скрутка, скрутка в себя. Шаг, шаг. Пятки, акцент пятками вниз. Трясочка. В сторону, в сторону. Руки опускаем. Поставили точечку. Одна под волосами, другая на косточке. Подтянули правую ножку. Делаем удар от себя. От себя. Подкидываем юбку. Смотрим на ногу. И раз, два, три, четыре. Четыре маленьких акцента с разворотом корпуса. Така-така-така-така. Тыщи. Обратно, с левой ножки. Раз, два, три, четыре. Перенесли вес и на левую ножку. Тряска, 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 тряска. Наш поворот. Заводим ручки. И поворачиваемся. Правая рука уходит на бедро. Мы стоим на левой ножке. Делаем два круга. Круг, круг. Дальше у нас идет движение, которое называется стройная качалка. Шаг. Приставили шаг в правую диагональ с правой ножки. Шаг. Приставили шаг в левую диагональ с левой ножки. Мы идем на носочках, а коленки согнуты. За счет этого у нас получается качалочка бедрами. Давайте попробуем. И правая, левая, правая. Меняем направление. Левая, правая, левая. Также у нас работают руки. Когда мы идем с правой ножки, правая рука идет, хочет погладить лоб, но до него так и не доходит. Мягкие руки. Раз. И два. Пробуем. И раз, два, три. Меняем. Раз, два, три. И встали на ножку. Рука пошла под волосы. Мы поворачиваемся на зрителя в правом углу. Обратная волна и акцент грудью вниз. Обратная волна начинается не с бедер, с живота. Живот, грудь, акцент вниз. Поменяли направление, повернулись на нашей опорной ноге на левой. Сделали то же самое в другую диагональ. И грудь. Получается живот в себя, как будто мы делаем вдох, грудь вниз и резко, точечка вниз, акцент. Только это движение. И вниз, и вниз. Угу. Дальше мы разбирали кусочек, давайте мы его вспомним. Вес у нас остался на левой ножке. Мы делаем раз, два, три. То есть просто три шага, которые начинаются с правой ноги. Но первый шаг мы делаем не с ровным корпусом, не с ровными бедрами, а как будто мы делаем восьмерочку натуральную, которая поднимает бедро наверх, вводит его в сторону и опускает. Шаг выглядит таким образом. Раз. Еще раз. Только этот шаг. Ваш обычный шаг. Он не маленький, но и не огромный, чтобы вы успели его сделать. Раз. Я хочу, чтобы корпус остался чуть-чуть в стороне. И еще два шага, и мы выравниваемся. Два. Три. Давайте попробуем. Ручки у нас будут свободные в стороне. Они были у нас вот так. Эта ручка уходит под волос в сторону. И раз, два, и встали. В итоге мы должны встать ровненько. Ровные бедра, ровный корпус смотрит на зрителя. Давайте соединим с возвратной качалочки. И раз, два, три. Правая рука. Раз, два, три. Левая. Дальше мы упали. Ручку под волосы. Повернули себя. Акцент и акцент. Мы стоим на левой ножке, она у нас не меняется. Правая, которая стоит впереди на носке, помогает нам поворачиваться. То есть раз, два, она нас тормозит. Мы не меняем ножку, не переносим вес на ней на другую. Еще раз стороны качалки. С правой ножки и правая рука идет. Раз, два, три. Раз, два, три. Упали. Повернулись на этой же ножке. И грудь. И грудь. Чем ближе ножка будет стоять к опорной, тем вам будет удобнее делать. Ладошка наверх. К зрителю смотрим на кончики пальцев. Дальше рука у нас уходит. И с бедром мы делаем пол восьмерочки. Раз. Два. Три. Угу. Хорошо. Дальше мы делали такое движение. Как восьмерочка объемная. Так называемая. И соскальзывающие ножки. Давайте потренируем его. Что мы делаем? На мягких ногах бедрышко уходит, например, левая в сторону, коленка выпрямляется, бедро поднимается наверх. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки свободные в стороне, они могут чуть-чуть ходить, естественные руки. Давайте добавим ножку. Смотрите, когда мы доделаем движение, нога у вас стоит на носке.
Пусть она нарисует маленький кружочек, как будто она соскользнула, но соскользнула не с утюжком, а с красивым натянутым носком. Нарисуйте полкруга и поставьте ножку обратно. Полкруга и поставили. Причем полкруга чуть-чуть закрывая опорную ногу. Раз, два. Слишком большой круг не нужен, потому как мы его просто можем не успеть по музыке. Начинаем с правой ножки, с левого правого бедра. Наверх, в себя, сжали, ножка. Ставим ее, другое бедро, наверх, в себя, опустили, нога. Раз, и, два, и. Наверх, сжали, опустили, нога. Наверх, сжали бок, опустили, нога. Раз, и, два, и. Три, и. Четыре, и. Пять, и. Шесть, и. Семь, и. Восемь, и. Очень важно, чтобы у вас работали вот эти бока. Если вы будете делать просто так, движение не будет таким объемным, оно не будет таким интересным, оно будет в одной плоскости. Мы работаем в нескольких плоскостях. И ножку, пожалуйста, натягиваем носочек. Покажите. И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. И. Пожалуйста, натягиваем ножку все время. То есть мы ее не бросаем, не вытянули и отпустили. Она красивая и натянутая, как струна, доходит обратно на свое место. Круг и поставим. В наших костюмах очень видны будут ноги, будет заметное движение. И справа вперед, назад, вернулись, акцент, 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 акцент. Ваш корпус смотрит туда, взгляд на зрителя. Прогнулись, чтобы бедрышко видно было. Возвращаемся. И на левую. Раз, два, три, четыре. Тряска. Та-та-та-та-та-та. Взгляд на зрителя в диагонали. Заносим ножку. Поворачиваемся. Тут взгляд у нас опять на зрителя по центру. Круг бедром и небольшой, совсем маленький круг вспомогательной рукой. Круг. Круг. Носочек красивый. Идем тройной качалочкой. Раз, два, три. Раз, два, три, ставим. И акцент, и акцент. Дальше наше бедро работает. Раз, два, три, подставим. Объемное правой, объемное левой. Хорошо. Правое, левое. Правое, левое. Скрутка, скрутка в себя. Шаг, шаг, акцент пятками, тряска. Ручки наверх. Наверх, опускаем вниз. Поставили, потянули ножку. Удар, удар, нога. И раз, два, три, четыре. Акцент, 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 акцент. Раз, два, три, четыре. Тряска в диагональ. Раз, занесли, повернулись. Руку положили. Кружок, кружок. И раз, качалка. Два, качалка. Встали. И грудь, и грудь. Шаг в бедрышко. Раз, два. Три, четыре, и правое, и левое.